Олега панически боялись в начале 90-х. Вчера ты был шашлычником, а сегодня ты стал банкиром. При всем желании даже придумать трудно, как бы власть могла бы нам помочь. И инструмент приватизации, в том числе, как мы все знаем. Я надеюсь, товарищи из Центрального банка меня не слышат. А с какими людьми не надо было расставаться? С теми, которые попали в список Forbes потом. Если бы я не совершил этих ошибок, и предположим, что все бы они достигли того же самого, но вместе со мной, я бы был бы номер один. Вы выступали продюсером фильма «Город грехов 2» и Скарлетт Йоханссон. Кто же не хочет стать голливудским продюсером? У нас финтехов не банковских, а я извиняюсь, где они? Я такой криптоскептик, скорее, чем криптоэнтузиаст. Почему я не попадаю в орбиту расследований всевозможных олигархических? Просто все немножечко, по-моему, забыли, как оно было на самом деле. Это Forbes Business Class при поддержке платформы для коммуникаций Salute Jazz. Сегодня с нами на связи Олег Бойко, миллиардер, международный инвестор и председатель правления компании Finstar. Олег Бойко входит в список богатейших людей России по версии Forbes. Свои первые шаги в бизнесе он начал в лихие 90-е. Нарушал закон, ты был этот, ты преступник был, по сути. Как тебе сказать, я был альтернативной экономикой. Один из самых знаменитых новых русских миллионеров. Человек, которого в итоге опасались Гусинский и Березовский. И эпатажный, и жаждущий жизни. Так писали о нем СМИ того времени. Он тоже был, безусловно, талантливый и бодрый. Приметы времени на нем были, естественно, все какие положено. Вот. Позже он основал сеть валютных магазинов «Олби Дипломат» и стал акционером «Олби» и несколько банков. В 96-м году он потерял все, получил травму спины, но смог построить бизнес-империю заново, создав инвест-холдинг «Finstar», который в итоге и принес ему состояние в 1,2 миллиарда долларов. В 99-м году Бойко создал крупнейшую металлопрокатную компанию в России, но позже продал ее, сказав, что любит более интеллектуальные игры. На заре 2000-х он выкупил долю в сети игровых салонов «Вулкан». И до запрета казино в России был крупнейшим оператором игровых автоматов. Вы сами азартный человек, играете в карты, в рулетку? Да нет, конечно. Также среди активов «Finstar» были «Ревгош» и «Fashion TV». Со временем внимание Бойко переключилось на кредитный финтех по всему миру. За пределами бизнеса Олег Бойко успел пожить в Голливуде, стать продюсером фильма «Город грехов 2» и основать фонд поддержки паралимпийского спорта. В прошлом году власти Канады сняли с Бойко санкции, под которые он попал в 22-м. Этот человек может быть гостем нашей программы. Этот человек должен быть гостем нашей программы. Так чего же мы ждем? Олег Викторович, добрый день. Добрый день. Мы приближаемся к тому времени, когда эпоху становления капитализма в России можно будет полноценно рассматривать в исторической ретроспективе. Поэтому мне кажется важным поговорить с теми, кто стоял у ее истоков. В 2007 году про вас писали, цитата, «Олега панически боялись в начале 90-х. Борис Березовский, Владимир Гусинский и другие бизнесмены». Цитата закончена. Что было у вас такого и опасного, почему вас так боялись? Ну, я не знаю, мне кажется, что это немножко все-таки преувеличено, с точки зрения прям боялись. Да, у меня было достаточно какое-то такое агрессивно-креативное настроение с точки зрения на развитие бизнеса. Вы были предпринимателем из розничной торговли, а потом в какой-то момент приобрели банк. Зачем он был нужен и как вы к этому пришли? Ну, смотрите, действительно, мы были одни из первых, кто построили какую-то ритейловую сеть, такую негосударственную, частную. И первое, что мы там запустили, это было в 90-м году, мы запустили там карточку, на которую можно было перевести деньги, заработанные за границей, которые имели ограниченное хождение, и в этом было какое-то специальное такое ноу-хау. То есть люди, когда выезжали за границу в командировку, им платили инвалютными рублями, которые лежали у них на счету во внешторгбанке, и которые они не могли никак использовать, кроме как заказать что-нибудь по специальным там двум каталогам. А мы договорились, что они могут перечислять их на наши счета, и потом можно использовать их в наших магазинах. Это был первый финтех, это был 90-й год. Это была карточка, которая, в общем, позволяла использовать вот такие инвалютные рубли. А дальше мы по ней внедрили еще один продукт, что можно было выносить на нее доллары США, которые тогда были тоже официально разрешены к использованию, и мы стали платить по ним проценты. И плюс можно было, опять же, ими покупать что-то в наших магазинах, да, которые имели там широкую диверсификацию товарных групп. Соответственно, эта штука потом, когда Советский Союз
превратился в Российскую Федерацию, ну, в общем, регулирующие органы как-то обратили внимание, что мы, в общем, по сути дела, принимаем депозиты. И пришлось это превратить в банк. Вот, собственно, как оно и получилось. Так что все это действительно из вот такой стор-карты, из карты магазина получилось. Складывается впечатление просто, что тогда, ну, если у тебя нет банка, то ты такой, типа, не суперкрутой бизнесмен. И что... Больше... Удивительно. Да, удивительное дело, что первое, что разрешили, это разрешили торговлю и, как ни странно, коммерческие банки. Да, приватизации еще не было, индустриальных бизнесов еще не было. Было всего два бизнеса. Торговые операции и банки. Вот так вот оно и было. Поэтому банки, естественно, были... ну, мощнейшим инструментом финансирования собственных проектов. И сейчас это звучит очень прям как-то некорректно, но вот извините, как есть тогда, так оно и было. Все, соответственно, вокруг своих банков выстраивали свои группы. Финансово-промышленная группа гордо называлась. Это что было? Это как раз одно и было, когда аффилированные компании кредитовались из собственного банка. Я надеюсь, товарищи из Центрального банка меня не слышат. Вот. Но, наверное, они, правда, в курсе, что так оно и было. Да? Потом, конечно, это все стало недопустимо. Вот. Но тогда вот такая была тенденция. Поэтому банк был важнейшим. Больше-то денег взять было неоткуда. Никаких других источников финансирования для развития не было, по сути дела. Ну, то есть имиджевая составляющая здесь ни при чем? Не, ну, конечно, конечно, было очень круто стать банкиром из непонятно кого. Да, естественно, это тоже имело, безусловно, имело свою привлекательность социальную, социальный статус какой-то фантастический давало. То есть вчера ты был шашлычником, а сегодня ты стал, типа, банкиром. Конечно, это существенная, так скажем, социальная эволюция. Да, вот. Но прежде всего это было, конечно, это был и бизнес сам по себе неплохой, потому что конкуренции особенно не было большой, да. Ну и плюс это был инструмент вот построения вокруг себя, вокруг банка, финансово-промышленных групп. И инструмент потом и приватизации, в том числе, как мы все знаем. Вот почему вы тогда не участвовали в приватизации, в отличие, кстати, от многих топов рейтинга Forbes? И как вообще в целом относитесь к этой вехе в нашей истории? Основные крупные предприниматели на тот момент, они были заинтересованы прежде всего и сфокусированы на индустриальных активах. Опять же, для этого нужен какой-то специфический бэкграунд. Очень многие ведь люди, которые участвовали и которые были первыми крупными коммерсантами, они имели какой-то исторический опыт работы во внешней торговле, в промышленности. И им вот эти вещи были, ну, более понятны, и они там имели всю информацию, а я-то, в общем, никакого отношения к этому не имел никогда. Поэтому мне это не было близко, так скажем. Как вам кажется, можно ли было тогда в России 90-х не пользоваться поддержкой власти и выстраивать успешные бизнесы? Ну, тогда, честно говоря, поддержка власти не очень даже понятно, в чем могла выражаться, потому что, ну, опять, на самом первом этапе, да, потому что бизнесы были только торговые, да, вот, да, когда началась приватизация, вот тогда поддержка власти начала играть какое-то существенное значение. А до появления приватизации, собственно, власть на торговлю, ну, особо никак не влияла. Вот, поэтому мы при всем желании даже придумать трудно, как бы власть могла бы нам помочь. Ну, вот когда у тебя просто торговый бизнес. Да? Когда банковский бизнес появился, ну, власть только вот с точки зрения регулятора, который, значит, ну, с тобой должен как-то как бы аккуратно, так сказать, работать, не запрещая тебе все подряд. Но тогда было довольно либеральное регулирование, надо сказать. Поэтому государство, оно появилось только в каких-то крупных индустриальных бизнесах и в каких-то приватизационных процессах. И вот в такой, в тяжелой промышленности, наверное, прежде всего его роль существенное значение и имела, и имеет до сих пор. Предприниматели, почувствовавшие вкус капитализма, не боялись ли они, что придет Зюганов тогда на выборы в 96-м году, и все закончится, заберет и сделает назад Советский Союз? Обязательно боялись.
Обязательно боялись. И более того, ну, собственно говоря, это не только они этого боялись, это было как-то висело в воздухе, надо сказать. Просто все немножечко, по-моему, забыли, как оно было на самом деле. Да? То есть, в общем, такое вот закрытие НЭПа, если кто помнит, что это такое, висело в воздухе прям отчетливо. Поэтому угроза, так скажем, деприватизации и угроза огосударствления была абсолютно 100% реальной. Как вы видели или видите Олега Бойко того времени? Я, конечно, был один из наиболее, так скажем, гиперактивных деятелей бизнеса и один из наиболее, наверное, креативных. Именно потому, что у меня не было, так скажем, индустриальных активов, мне надо было что-то делать. И я был вовлечен и в медиабизнес, и в финансовый бизнес. Поэтому какая-то вот такая нестандартная бизнес-стратегия, нестандартная для того времени, так скажем, да, это, наверное, один аспект. Второй аспект – это, ну, вот какая-то такая амбициозность и гиперактивность. И, ну, наверное, третий – это все-таки еще отсутствие мудрости и опыта, которое, в общем, позволило мне наделать кучу ошибок, конечно. Неэффективность и незрелость, надо отметить, того периода. Любой крупный бизнес объединяет людей из разных городов и даже стран. Коммуникация сотрудников из любой точки мира возможна благодаря видеоконференц-связи, мессенджерам и другим сервисам для общения. Но гораздо удобнее, когда это все собрано в одном интерфейсе. Наш партнер в деловых коммуникациях – это платформа SalutJazz. Она как раз дает такую возможность – проводить онлайн-встречи и вести рабочую переписку в одной среде. Пользователи могут одновременно назначать видеозвонки и переписываться с командой в чатах. Встроенный корпоративный мессенджер позволяет создавать отдельные каналы для обсуждений, находить коллег в поиске и отправлять им текстовые сообщения, обмениваться файлами, а также ставить реакции, настраивать уведомления и многое другое. SalutJazz максимально закрывает потребности бизнеса, в том числе крупных компаний и корпораций. Например, именно SalutJazz стала основной онлайн-площадкой для проведения деловых встреч у 280 тысяч сотрудников Сбера. На российском рынке это одно из самых масштабных внедрений системы видеоконференц-связи в контркомпании. Также платформа доступна из облака. Все зависит от ваших потребностей и задач. Редакция Forbes Business Class успела оценить все преимущества SalutJazz. О хорошем, как говорится, хочется делиться. Мы попросили команду Сбер Девайсы сделать для наших зрителей специальное приложение. И они с радостью пошли к нам навстречу. До конца июля 2024 года при покупке годовой лицензии сервиса по промокоду Forbes вы можете получить год общения в подарок. Все условия акции по ссылке в описании. Вы бы себя 20-летнего взяли сейчас на работу в свой бизнес? Я думал, кстати, об этом. Наверное, я бы предложил себе взять какой-то конкретный проект. Обязательно, так сказать, чтобы я бы инвестировал туда какие-то деньги свои собственные. И, наверное, дал бы сам себе конвертируемый кредит. И сказал бы, потому что все риски я бы, конечно, на раннем Олеге Викторовиче по возможности оставил бы на нем. Потому что уж больно он был шебутной на тот момент. И я бы сегодняшний ему бы вот так вот просто безоглядно деньги бы не дал бы, конечно, без какого-то очень существенного контроля и без, так скажем, передвижение рисков скорее на него, чем на себя. Судьбы крупных предпринимателей того времени сложились, ну, прям очень по-разному. Как думаете, что вас уберегло? Ну, смотрите, на первом этапе трагической судьбы все-таки меня уберегло какое-то наличие все-таки сообразительности общей, ну и, в общем, в какой-то степени удачи, безусловно. Вот. А на втором этапе, ну вот, почему я не попадаю в орбиту расследований всевозможных олигархических, потому что я, еще раз говорю, на последней фазе, в силу вот этих двух обстоятельств, я из нее просто, ну, в общем, вышел.
Да, и это тоже повезло, можно сказать, да, потому что ну вот на самом пике борьбы там кланов вот этих финансово-промышленных я уже в нем не участвовал, и очень хорошо, потому что там, конечно, другие были риски совершенно, и там могли быть, ну, всевозможные какие-то очень существенные приключения, так скажем, совершенно другого масштаба. Вы попали в список Forbes почти 20 лет назад. Как вы об этом узнали? Какие чувства вы тогда испытывали? Список Forbes вообще хорошая вещь, потому что она стимулирует. И интересно, что у нас в стране вообще этот список прям очень популярен, я бы сказал. О нем знают даже совершенно не имеющие отношения к бизнесу слои населения. Ну, это полезно для того, чтобы люди как-то все-таки какие-то амбиции свои реализовывали, потому что бизнес без амбиций, ну, это как-то не совсем правильно. Первые, по-моему, выпуски Форбса публиковались вообще без каких бы то ни было особенно даже консультации. То есть, в общем, свалилось это откуда-то, я думаю, для начала. Ну вот, да, и, ну, насколько это было для всех важно, да, наверное, важно. Оно и сейчас важно, потому что, ну, это какой-то, ну, какой-то измеритель, так сказать, достижений. Да, вот ни много ни мало, так оно и есть. И ничего плохого, мне кажется, в этом нет, наоборот. Это полезно людям для того, чтобы это давало им энергию. Это двигает... Список Forbes двигает цивилизацию вперед. Почему у него такая популярность в нашей стране? Ну, потому что это же все-таки молодая очень у нас капиталистическая, так сказать, идеология. Она все-таки капиталистическая, надо сказать, да? И вот... яркие достижения и быстрые, так сказать, карьеры, конечно, это, ну, так скажем, очень многих людей интересует, очень многих людей привлекает, и, ну, потому что нету, так скажем, 200-летней или 300-летней постоянной истории капитализма, да, он прерывался, как мы знаем, и это очень новое ощущение для людей, они еще, ну, так скажем, многие не привыкли к этому, это что-то очень новое, да, и очень масштабное и интересное. Поэтому, ну, да, для, ну, молодого общества это присуще. Увлечение вот такими амбициозными вещами вполне присуще для молодежи. В данном случае молодежью является вся страна в этом смысле. В прошлом году вы мне сказали, что в год увольняете по одному CEO. Успели кого-то уволить в этом году? Ой, нет, что-то вот... задерживаю важный процесс. Ну, есть пару кандидатов. Есть. А вы вообще жесткий руководитель? Ни в коем случае. Я матричный руководитель. У меня распределенная ответственность. Ну, некоторые участки управляются более, конечно, интенсивно, но это не я. У меня столько народу в виде CEO. У меня уникальная компания. У меня 40 человек CEO. Можете себе представить? На заводе даже на огромном. Один CEO, а у меня их 40. Еще на том же Forbes-клубе вы мне говорили о том, что вы чемпион по кадровым ошибкам. Факт. Научно-медицинский. За что больше всего переживаете или что вас расстраивает с этой точки зрения? Ну, расстраивает именно сам факт того, что я, по крайней мере, на ранних периодах жизни очень часто совершал кадровые ошибки как в плюс, так и в минус. Как брал людей, которых не надо брать, так и увольнял или оставался с людьми, с которыми, конечно, не надо было расставаться. Но это было давно. Я надеюсь, что я эволюционировал. А с какими людьми не надо было расставаться? Ну, не надо было расставаться с теми, которые попали в список Forbes потом. Вот с этими, прежде всего. Потому что они были как бы самостоятельные. И вот на тот момент... на, в общем, эмоционального интеллекта не хватило понять, что самые, ну, так скажем, дееспособные люди – это те, которых, ну, какое-то другое, может быть, мнение, чем у тебя. Вот. Ну, вот теперь это уже понятно. Вы говорите «люди» во множественном числе. Это несколько человек? Да, да, это несколько. У нас 4 минимум Форбса были, так скажем, отторгнуты
неправомерно. Вот. Ну и так по мелочи всякие CEO крупных компаний тоже, в общем, сегодня, которые работают CEO крупных компаний, тоже были, в общем, как-то дисконтированы абсолютно зря. Жалеете об этом? Очень, очень жалею. Больше всего жалею именно об этом. Вот говоря про этих людей, это, ну, хотя бы понятно, что, скорее всего, фамилии вы не назовете. Это в какой десятке эти люди примерно находятся, ну, так, чтобы... Некоторые в первой. Первой десятке? Ну, да, я бы на вашем месте тоже сильно по этому поводу грустил. Вот, видите, как мне грустно. Если бы я не совершил этих ошибок, и предположим, что все бы они достигли того же самого, но вместе со мной, я бы был бы номер один. Представляете, как так вот, такая математика на пальцах. Отдельно бы хотелось бы поговорить про Finstar. Какая сейчас стратегия у компании? В какую сторону двигаетесь, развиваетесь? Ну, мы уже давно развиваемся в сторону создания мобильных экосистем, ну, прежде всего, финансовых, да, то есть это, в общем, потребительское кредитование, кредитование физических лиц, Digital Consumer Finance, то, что называется. Вот, ну, естественно, что это все в мобильном приложении должно происходить, да, и там постепенно строится, помимо кредитных и платежных продуктов, ну, какая-то экосистема, да, которая удерживает людей максимально долго и какие-то создает им удобства. Но надо отметить, что мы все-таки фокусируемся прежде всего на... То есть, когда мы заходим в страну, когда мы начинаем проект, это скорее inclusion, то есть это скорее, так скажем, вовлечение и предоставление сервисов, прежде всего кредитных, для тех слоев населения, которых ну, недостаточно обслуживает банковская система. Но по мере создания инфраструктуры мы начинаем смотреть и на вторую часть, такая другая часть финтеха, это disruption. То есть это, в общем, уже конкуренция с какими-то традиционными институтами. Да? Но это вторая часть. Мы не с нее начинаем обычно. Вы работаете в более чем 20 странах. Можете сказать, по какому принципу вы эти страны выбираете? И вообще, как, насколько сложно управлять таким количеством компаний? Ну, страны выбираются по принципу создания там... юникорнов. Возможности до создания в каждой из этих стран юникорна. А для этого надо, чтобы был размер страны соответствующий, для этого надо, чтобы страна обладала достаточным, ну так скажем, инвестиционным рейтингом для того, чтобы там были высокие мультипликаторы. Да, это тоже важная, необходимая вещь, чтобы там был инвестиционный климат, который позволяет создать вообще юникорн. Надо, чтобы в этой стране были предпосылки для того, чтобы мы там вообще состоялись. То есть, в общем, все-таки это страны, как правило, где большое количество, так скажем, недообслуженного населения. Да? То есть это все-таки рынки еще не с такой сильной конкуренцией, как правило. Вот. Ну и еще есть ряд таких вещей, которые необходимы для того, чтобы там все получилось. Это инфраструктура информационная, это регулирование соответствующее. Ну и это возможность вообще там управлять и построить менеджмент. Это самая же ну, важная часть в нашей жизни, от которой все зависит. Это, собственно, возможность управлять всем этим эффективно. А некоторые рынки такие, что вот все есть, а вот это самое сложное. Ну и мы, так скажем, сомневаемся. Например, Нигерия. Вот есть такой шикарный рынок, огромный, и точно там, в общем, хорошо бы развернуться. Но невозможно набрать людей в Нигерию. Просто может быть, привезти топ-менеджеров? Не хотят ехать, и я их понимаю. Почему не хотят? Потому что там условия для жизни несовместимы с жизнью иногда. Вот как сейчас выглядит география присутствия компании? Ну, самая перспективная у нас страна – это Индия. Вот. Дальше идет Мексика, Узбекистан. И вот, в общем, в ближайшее время мы, я думаю, появимся в Саудовской Аравии, в Египте. И еще у нас там на листочке есть Филиппины. Смотрите в сторону азиатских рынков? Я имею в виду сейчас Китай. Китай – это отдельная планета. Мы, на самом деле, потратили много времени, лет 10 назад, на то, чтобы туда вообще зайти. И даже каких-то людей уже туда посылали, и какой-то там коллектив собрали. Но прям совсем тяжелая планета. И опять же,
все стало сильно зарегулировано. И они, по сути дела, например, Home Credit там, ну, разорили, да, и они потеряли там огромные деньги, да, на том, что они там развернулись, а потом, в общем, ну, регуляция их, по сути дела, зарегулировала из бизнеса, как это говорится. Regulate it out of business. Вот так вот. Ну и, конечно, там все сложно в Китае, потому что и культурологический язык там, ну, достаточно мало кто знает вообще язык английский, как ни странно, до сих пор. Вот, поэтому Китай отдельная планета, мы... И иногда про нее вспоминаю, но она в самом конце списка. То есть пока, честно говоря, не собираемся. Ну, наверное, никто не будет спорить, что российский финтех впереди планеты всей. Как вам кажется, почему эти технологии активно не имплементируются в других странах? Или они не приживаются? Как вам кажется? Ну, смотрите, во-первых, я бы вас уже немножечко поправил. Вот есть такая страна интересная, Мексика, где, например, есть 6, ну, практически там или юникорнов, или полуюникорнов, которые там скоро будут юникорнами в кредитном именно финтехе. Да, это компании хорошо капитализированные, очень прогрессивные, очень технологически подготовленные, очень, так скажем, сознательные и очень высоким интеллектуальным потенциалом. Я не уверен, что у нас в России есть 6 кредитных финтехов вот такого уровня. Даже если банки считать, да? Ну, потому что есть, конечно, там у нас, ну, там, не знаю, 3-4-5, может быть, с натяжкой, но не 6. Где 6-й-то? То есть не впереди планеты вот. Всей? Поэтому мы уже не впереди. Мы уже не впереди. Китай вообще за границей, так сказать, всего находится, потому что там такие есть гиганты, как Tencent, как Alibaba, как Ant Financial, как Alipay, как страховые компании, которые совершенно уже на каком-то космическом уровне автоматизации. Мы просто этого всего не видим. Поэтому если говорить про страны, то Китай номер один, безусловно, не Россия. Если говорить про, так скажем, концентрацию дееспособных кредитных финтехов, то это, как ни странно, Мексика. Поэтому мы уже вот не совсем, да. У нас, да, у нас очень высокотехнологичные банки. У нас финтехов как раз-то я и не вижу, кроме банков-то никаких. Ну, кроме нас, правда. Вот, да, значит, поэтому у нас финтехов не банковских, а я извиняюсь, где они? В кредитном сегменте, ну, там полно МФОшек, но я бы их как-то вот, ну, некоторые из них можно условно причислить к кредитному финтеху. Да, можно, хорошо, высокотехнологичному, но не все далеко. Продолжая наш разговор, я не могу вас не спросить о роли блокчейна и крипты в будущем. Вот вам кажется, в какую сторону эта технология будет развиваться? Я такой криптоскептик, скорее, чем криптоэнтузиаст. Безусловно, все какие-то государственные программы на блокчейне, они будут развиваться. Да? Государство точно не может себе позволить выпустить эмиссию, так скажем, денежных суррогатов как-то из своего периметра, поэтому этого не будет. Все, что касается всяких заменителей денег, рано или поздно давление государства будет только усиливаться. Да? Это вот такие абсолютно разнонаправленные тенденции, потому что сегодня мы видим, с одной стороны, рост всевозможных денежных суррогатов, а с другой стороны, мы видим софистицирование регуляторов по их регулированию. Да? И, конечно же, что-то будет работать, но точно вот надо понимать, что макроэкономические и финансовые регуляторы не отпустят рычаги управления экономикой. Да? Денежная эмиссия, денежные агрегаты, вот это все, ну, точно невозможно отпустить. Поэтому поиграться можно, какие-то международные платежи наладить можно, но в рамках национальных экономик доминирование криптовалют, если только они не государственные, да, невозможно. Это вот мое, как бы, мнение стратегическое. Оно может прыгать от страны к стране, но стратегический вектор, на мой взгляд, вот только такой. Значит, технология блокчейна, безусловно, имеет место быть, но именно там, где она действительно что-то дает. Да, то есть она же не бесплатная, надо отметить. Да? То есть и не самая вот прямо в реальном времени быстродействующая, тоже надо отметить. Да? Поэтому там, где она может заменить те процессы, которые
сегодня существуют более эффективно, а таких много, конечно. Да? Это и там какие-то виды платежей, это и какие-то процессы, которые в смарт-контрактах будут автоматизировать очень многие процессы. Это и там trade finance, это и торговля ценными бумагами, это и секьюритизация активов, и токенизация. Да, 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 это все будет происходить. Но еще раз говорю, что вот так, что крипта все собой заменит, нет, это надо очень внимательно разбираться. Крипта – это не панацея от всего, не лекарство от всего, далеко не от всего. А как вы относитесь к экосистемам? Я сейчас имею в виду Сбер, МТС, Яндекс. Ну, они все три разные. Я ко всем трем по-разному отношусь. Вообще экосистема – это обязательное совершенно уже теперь упражнение. Это единственный формат, да, в кредитовании физических лиц и вообще кредитном обслуживании физических лиц. Это, наверное, ну, важнейшая тенденция, да, потому что она комплексная, она самая сложная для реализации. И она самое существенное конкурентное преимущество из себя представляет. То есть создать монопродукт, да, можно, на краткосрочном периоде можно даже с ним куда-то убежать, так сказать, вперед, но на долгосрочной перспективе, если ты... Вся конкуренция будет строиться в именно построении экосистем. Никакой другой конкуренции существенно не будет, потому что, да, кредитные продукты важны, но есть еще продукты некредитные, которые делятся на две части. Это продукты, которые привлекают, якорные продукты, привлекают клиента, так скажем, чем-то, или удобством, или какими-то коммерческими условиями уникальными. И есть продукты удержания, да, retention, так называемый products, которые удерживают клиента тоже большим количеством всевозможных удобных и, опять же, так сказать, недорогих всяких продуктов, не связанных даже зачастую с финансовым бизнесом. Это, ну, собственно, уже опять End Financial, самый главный, и WeChat, да, вот самые главные две экосистемы, которые они оба в Китае, обе так напоминаю, не в России и нигде, и не в Америке, да. Это, конечно, вот, ну, безусловные лидеры в построении экосистем. Есть один очень интересный факт о вас, который немногие знают. Вы выступали продюсером фильма «Город грехов 2» и режиссерского дебюта Скарлетт Йоханссон. Как вас угораздило в Голливуд попасть? Ну, слушайте, Голливуд – это же любопытно. Это же все-таки все равно всем интересно, как это там происходит. Безусловно, это привлекает. Поэтому так получилось, что «Город греха 1» на самом деле. Я, в общем, очень любил этот фильм, и он у меня даже в какой-то из квартир, когда мы там строили, делали ремонт, строили шкафы, у меня даже репродукции и какие-то сцены из этого фильма «Город греха 1» даже были во встроенных шкафах разрисованы. И вдруг, через несколько лет, так вот получилось, что мои знакомые друзья занимались этим проектом и пригласили меня днем поучаствовать. И я, конечно же, в таком культовом проекте для себя не мог не поучаствовать. Поэтому это получилось, просто это было какое-то уникальное совпадение. Мне очень этот фильм нравился первый, и поэтому, когда появилась возможность поучаствовать во втором, ну, это было очень для меня интересно. Ну и вообще, кто же не хочет стать голливудским продюсером? Ну, насколько я знаю, этот фильм не стал прибыльным. Вас расстроила эта история? Или это больше такая фановая все-таки затея была? Знаете, на самом деле, она, конечно, была фановая. То, что она не была прибыльной, этому есть на самом деле объяснение. Там были, в общем, ну, определенные, так сказать, такая цепь событий. В том числе у нас дистрибьюшн должен был делать гражданин Вайнштейн, с которым, в общем, там до сих пор идут суды, потому что он нарушил все свои обязательства по дистрибьюции. И это, в общем, и есть на самом деле основная причина не очень такого вот какого-то эффектного финансового результата. Да? Поэтому этому есть объяснение. Да, конечно, неприятно, но, честно говоря, оно того стоило, потому что
Ну, это было очень-очень ярко, любопытно, интересно. И я вспоминаю про это. Ну, там огромное количество было веселых всяких событий и необычных. Тогда просто, ну, политически, геополитически было возможно поучаствовать в этом процессе. Ну, и, конечно, это было очень интересно. Я вот сразу начал думать о том, как там построить юникорн из этого бизнеса. И на самом деле придумал, потому что там уровень, так скажем, бизнесменов в этом Голливуде, он на самом деле не такой уж какой-то фантастически высокий, я бы сказал. Потому что, опять же, ну, люди более творческие, чем такие вот прагматичные там живут и работают. Поэтому для того, чтобы построить какую-то систему, которая бы стоила много денег, надо, чтобы она была, так скажем, очень-очень цикличная, и чтобы в ней много событий происходило в течение года, чтобы была какая-то финансовая такая кривая, предсказуемая, потому что, ну, снимается фильм 2 года, если ты снимаешь его один за другим, то это очень трудно капитализировать. Надо, чтобы там очень много всяких происходило явлений и в дистрибуции, и в финансировании, и в препродакшене, и в постпродакшене, и несколько студий надо построить, чтобы это было такое вот предсказуемое производство. Ну, вот, вот так. Поэтому это тоже было очень интересно. Я с очень многими людьми разговаривал и пытался понять, как же все-таки там это построить. Ну, для этого там надо жить. Да? Поскольку я жить там был не готов, то это реализовано не было. Но придумать я придумал, как построить юникорн на кинобизнесе в Голливуде. На нашей встрече Forbes Club вы мне сказали, что собираетесь писать книгу о счастье. Уже начали писать? Ну, я продолжаю консультации, и, как ни странно, такая тема-то глубокая. Вот. И я... Почему это так, в общем, не очень просто как бы закончить? Потому что я 120 сегментов только людей обнаружил, для которых, ну, надо какую-то свою вырабатывать методику осчастливливания, потому что это книга или, так скажем, вообще какой-то материал, который я собираю не по поводу того, как устроено счастье, да, а по поводу того, как повлиять на счастливость людей. Да? То есть, как оно устроено, ну, это достаточно уже хорошо описано. Да? Не очень одинаково все это понимают. У меня своя есть какая-то достаточно устоявшаяся система. Но вот эти методики – это наиболее емкая часть вот этой вот работы, которую я там как-то у себя в голове в основном веду. Поэтому методики очень разные. Да? Есть восточные, есть западные. Вот я собираю, коллекционирую эти методики пока. Поэтому вот то, что прям завтра она выйдет, наверное, надо вообще по-хорошему институт целый создавать для того, чтобы что-то произвести полезное и практическое. Потому что, ну, я не хочу просто какой-то обзор, так сказать, или какой-то анализ делать. Да? Я хочу создать практические какие-то методики, которые позволят людям повысить уровень своей счастливости. По ощущениям, когда мы сможем прикоснуться к этому труду? Да, а я думаю, что прикоснуться смогут институты осчастливливания, которые должны еще как-то сформироваться, потому что напрямую это не работает. Это все равно, в общем, нужны какие-то институты и профессиональные люди, которые этим занимаются, привнося это в жизнь других людей. Невозможно, прочитав книжку, радикально осчастливиться, к сожалению. Так что вот не на днях точно, точно не на днях. Будем еще, в общем, совершенствоваться. А как добиться счастливости? Ну, надо взять вот эти 5 факторов, которые я все время пропагандирую, и над ними, над всеми работать. Это и на взаимоотношения со всеми людьми, это как главный фактор, да, то есть социализация, это 2-й фактор, это самореализация и деятельность, которой ты занимаешься. 3-й фактор, это среда обитания, в которой ты живешь, да, это касается и, так скажем, устройство общества, и природы, погоды, качество воды, качество еды, качество воздуха и так далее. Этим тоже надо заниматься. 4-е – это твое физическое состояние и фитнес. А 5-е – это
качество дофаминовой петли. То есть правильно ли у тебя вырабатываются гормоны тогда, когда они должны правильно вырабатываться. Да? Это целый комплекс физиологических процессов, которые тоже неплохо бы проверить. Вот очень короткий курс осчастливливания самого себя.